проскочить на вторую строчку. А Сибирь на седьмой позиции, 16 очков после 12. Торсон накатывает, а ему передача не приходит. Добивание. Ирвин в молитвенной позе накрыл шайбу. Канадский голкипер. Это был выбран в первом раунде драфта. Голкипер в 2006 году. Он приезжал в Уфу в составе молодежной сборной в 2007 году. Помните, была преснопамятная серия. Слепышев. Слепышев выходил на оперативный простор, и сейчас будет назначен Гулит. Да, он находился в хорошем положении. Слепышев получил по руке. Остановить силы. Слепышев шайбой. Идет на ворота Сибири. И не сумел с неудобной руки послать шайбу в ворота. Коскинен торжествует. Вот реальный шанс изменить счет на табло. Не сумел толком поднять шайбу Антон. Гости большинство динамично перемещаются. Подправление. Хорошая игра на пятачке. Добивание Белова. Белов. Мы видим, как Копейкин подключил Белова к атаке. Против Кугрышев и Росгранда рядом. Бобров применил силовой прием. Закрыта синяя линия. Кутузов бросает. Подправление Макарова. Коскинен переместил. Как раз выражение лица Кутузова подтверждает мои наблюдения о том, что игра идет у Салавата Юлаева. Но большинство не сумели использовать ни те, ни другие. Неправил. Коня. Сыграл через синюю линию. Бросок. И некому осуществить добивание. Падает Ирвин. Реагирует на повторный. Мешать сопернику. И как нужно выставлять плечо. А мы смотрим повтор, как спас свои владения Ирвин. В порядке Коскинен. Передача Вишневского сразу на обострение. Кольцов, как центральный нападающий, действует. И забивает Кангородов! 1-0! В седьмом матче подряд. Так, четвертую шайбу забросил. И молодец, конечно, Кольцов. Удачная скидка. И мастерски завершил атаку. 55-й номер Салавата Юлаева. Хлесткий кистевой бросок. Коскинену не может быть никаких претензий. На неудобной высоте в притирку со стойкой. Вот это был идеальный ракурс. Отличный повтор. 1-0. Передача на дальнюю штангу. Можно было бросать. Ты затянул с броском. Кольцов. Выстрел Вишневского. 2-0. Очередное большинство использовано хозяевами. И вот какой прогресс. Владимир Владимирович Юрдинов-старший всегда говорил мне: Дима, оценивай тренера не только по трофеям, не только по медалям, но еще и по тому, как игроки прогрессируют под руководством наставника. Навязывает борьбу двум соперникам, и партнер помог выбросить шайбу. Кугрышев. Ух ты! Какой же красивый гол! Из-под Лекомцева бросил Кугрышев! И вернул интригу матча. Смотрите, выброс шайбы Туреса. Так снарядил в атаку Кугрышева и пошел на смену. И тут в ближний угол попал Кугрышев. Бросил из подзащитника. С такими бросками тяжело вратарям справляться. Просто какая-то сказка. Кольцов устоял на ногах. Энлунд отбирает шайбу. Моня! Пас проходит, он бросает. Молодец, Бобров неожиданно бросил. Соперник был акцентирован на партнере Боброва. И сейчас 30-секундный
тайм-аут берет Владимир Юдинов. Он чувствует. Уже неважно. Алексеев закрыл зону у борта. Коскиранта. Передача под бросок. Муни выстреливает. И бросок заблокирован. Самоотверженно. Сейчас действовал Степанов. Именно он лег под шайбу. И... Бобров хорошую передачу сделал Дуресену. И в последний момент. Бросок в сторону ворот. Ирвинг пропускает. Празднует успех Сибирь. На бросок, но укротить шайбу на ленточке он не сумел. С неудобной руки Игнатович. И шайба проскользнула в домик голкиперу. Меняются уфимцы, поэтому не идут прессинговать. И неожиданная потеря. Гол! Коскиранта наказывает за ошибку. 3-2. Как же ошибся сейчас Бодров. Коскиранта послал шайбу верхом, завалился Ирвинг чуть раньше. Но он, конечно, не ожидал такого подарка от партнера. Это никуда не годится проигрывать. Но еще есть и время в распоряжении уфимцев. Подняты ворота, шайба не будет засчитана. Было ли взять ворот или не было. Но ему взгляд. Ну, а уже потом видеорефери подтвердит правильность вердикта. А так вторым темпом Алексеев на Туресена. Туресен выкатывается из-за ворот. Предусмотрительно Ирвинг. Сработало. Бросок у него не получился в первом случае. А потом Ирвинг понял, что угроза может прийти другого угла. Бросок Туресена. Вытянулся Ирвинг за шайбой. Моня переводит на Туресена. И тот бросил. Причем попал в твор. Шайба бывала в воротах Салават Юлаева. Волевая победа. С 0-2 отыгрались подопечные Скобелки. Победа Сибири 3-2. Нужно поздравить коллектив за проявленные мужские качества в третьем периоде. И у Сибири теперь 19 очков после 13 матчей прервалась.